По сфере природопользования, вот уже коллега упомянул, сегодня принят законопроект о запрете контактной притравки. Крайне сложно проходила дискуссия, я думаю, что вы все знаете об этом. И она, в общем-то, проходила прежде всего потому, что очень много у нас таких бывает замены понятий. Ведь дело в том, что никто не сомневается, что животные, которые подвергались таким истязаниям, они испытывали и страдания, и это неправильно, когда таким образом ведется тренировка собак. Но мы встретились с тем, что действительно было большое количество таких возражений, связанных прежде всего, наверное, с бизнес-интересами, потому что те охотники, которые реально работают и живут этим, они нам указывали на то, что традиция русской охоты – это как раз не использование вот этих притравочных станций, жестоких и абсолютно не по-человечески это все, да, а это как раз подготовка собак во время охоты, это как раз то, что содействовало становлению вот наших российских традиций охоты, да, и что содействовало становлению вот в том числе и такого охотничьего собаководства. Я думаю, что этот этап мы прошли, и нам важно не останавливаться на достигнутом и дальше вести эту работу, потому что, когда говорят о гуманизации отношений к животным, мы прежде всего должны говорить о себе. Да, мы теряем человеческое лицо, когда позволяем вот таким образом относиться к животным.